Приветствую вас, уважаемые друзья, гости и подписчики моего канала. Готовлюсь к летнему сезону и заказал себе новые берцы для рыбалки, для активного отдыха. Начнем смотреть. Сразу бросается в глаза невзрачная коробка. Такая вот бумажечка, размер 44. Верх и подкладка кожа натуральная. Подошва ТЭП. Больше никакой информации на коробке. Но на содержимое это не влияет. Нас интересуют сами берцы. Заказал вот такие берцы. Модель называется Варан. Натуральная кожа хромового дубления. Хром. Раньше были хромовые сапоги. Точно такая же кожа, как на сапогах. Довольно мягкая. Думаю, ноге будет удобно в данных берцах. Подкладка внутренняя. Тоже сделана с натуральной кожи. Так вот это все выглядит. Мягкая, приятная. Наверное, видно, как довольно легко сжимаются. Клапан наполовину подъема сделан. Наполовину шнуровки. Что здесь почитаем, написано на этикетке. ИП Лопухов выпускает, Могилевская область, город Бобруйск. Защитные свойства 3, полнота S, размер я брал 44, рассчитаны для климатического пояса 2, класс защиты 2. Метод крепления подошвы клея прошивной. Она проклеена и прошита. Я уже брал берцы такой модели, только брал летние. Отходил в них год. Если кого-то интересует, пишите в отзывах, стоит ли показать эти берцы после носки. Подошва мне понравилась, довольно хорошо цепляется за грунт, хороший протектор. Подошва ТЭП, как бы производителем заявлена температура использования плюс-минус 40 градусов. Подносок и задник жесткий, из термопластичного материала. Не знаю, насколько он термопластичный, из чего он сделан, не скажу, но в принципе чувствуется, что твердый. Высота берца 250 миллиметров. Про клапан говорил, полуглухой. Фурнитура, ну, такие вот блочки, дырочки, как правильно они называются. Петель и скобок нету. Сейчас померяю, посмотрим, как они будут смотреться на ноге. Вот. Так вот берцы смотрятся на ногах. Хорошая, удобная модель. Нравится, что высокий берц. Хорошо стягивают ногу. Довольно мягкие. Ноге удобно. Можно и садиться. Ну и при этом берц ногу стягивает, что защищает ногу от травм и вывихов. Ну, друзья, такие вот берцы приобрел. Что думаете, пишите в отзывах, в комментариях. На этом большое вам спасибо.
Всех благ вам и вашим близким, друзья.